Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сейчас я занимаюсь посевами перца, и как мне попадается такой интересный экземпляр, о котором хочется рассказать, я снимаю видео и выкладываю. Вот я уже рассказывала о колобке, у которого необычная форма, о петушке, вот хасбулат, крупный сорт. Но вчера я перебирала и вспомнила, что не рассказала про перец-гигант. Вот есть крупные перцы, а есть действительно перец-гигант. Это вот перец Голиаф. Если кто-то не высаживал его, у нас крупными считаются 150-200 грамм. Но здесь вы видите, указано 400 граммов. Это, 400 граммов, это вес около полкило вот такой перчины. Сейчас я прочитаю вам на обратной стороне, что о нем написано. Сибирский среднеспелый урожайный сорт для пленочных теплиц и открытого грунта. Самый крупноплодный в коллекции сибирских перцев. Впечатляет гигантскими 400-граммовыми плодами ярко-красного цвета. Растение среднерослое, 60-70 см, плоды очень крупные, массой от 250 до 400 граммов. Призмовидной форме с толщиной стенки до 1 см. Окраска спелых плодов насыщена красная, перцы сочные, вкусные, рекомендуется использовать в свежем виде и ранних, и разных видах домашней кулинарии. Потенциальная урожайность до 3 кг с растения. Все, там описание не очень такое богатое, но я сразу скажу, что вот 400 граммов это при благоприятных условиях. Если почва плодородная, если вы будете, например, как-то его чем-то подкармливать, там перегной или хорошая жирная земля, потому что вы понимаете, что перчины с сантиметровой толщиной стенки и с 400-граммовыми плодами на бедной земле, конечно, не получится. Но если вы захотите вырастить перец великан, вы хорошо в луночку наложите, накладете все, что туда нужно ему, все, что он любит жирненького, и будете вовремя поливать его, то по отзывам людей это не редкость. 400 грамм он запросто может вам дать. Вот это вот сибиряк, перец великан Голиаф. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Я сегодня расскажу вам еще об одном интересном сибирском сорте перца.